У меня, у тебя, у него, у нее, у нас, у вас, у них. Единственное число имеется, множественное число имеются. У этого человека имеются денежки. Чуть-чуть. У прокуратуры имеются доказательства. Имеются признаки беременности. Имеются признаки регенерации. Когда говорят «деньги счет любят», что имеется в виду? То знамена же пенезе треба ратать.